Я прибила паука книгой. Сегодня утром ко мне в постель забрался паук, и я от неожиданности и испуга ударила его книгой. Но он не умер, ребята. Книга отпечаталась на его попе, и теперь его попа имеет интересную форму с необычным рисунком. Это был самый обыкновенный паук, а получился настоящий эксклюзив. Паук явно на меня обиделся и вел себя супер агрессивно. Кстати, если вам в дом зашел паучок, не убивайте его, лучше отнесите его на улицу, ведь пауки полезные. Они ловят насекомых и никак не вредят человеку. Этот просто меня реально напугал. Паука я поселила у себя дома и буду вести блог о его жизни. Хотите продолжение?